Это уже действительно такой очень мощный, самый главный политический институт в нашей стране. Все решения будут носить исключительно обязательный характер исполнения их любыми органами власти. А это ли не образец действительно демократии? Только мы одни сами должны решать и вершить судьбу нашей страны. Угрозы настолько серьезные, и здесь слабому не место. Время выбрало нас, патриотов. Почему президент называет ВНС защитным буфером страны? Разбираем эту тему на черное и белое вместе с членом Президиума Всебелорусского народного собрания Дмитрием Черняковым. В субботу в 19:30 на Беларусь 4.